вопросы, которые разрабатываются на этапе проектирования. Это вопросы анализа современного состояния, техники по данному вопросу, и отечественной, и зарубежной. Это применение современных технологических процессов, обеспечивающих высокое качество куска моей продукции. Это применение современных методов проектирования, в том числе и электронно-вычислительных методов проектирования. Это разработка стандартов предприятия, обеспечивающих качество изготовления продукции. Коллективом СКБ проводится очень большая работа в направлении повышения качества выпускаемой продукции. Примерами такого поиска может служить разработка серии современных террисорных приводов, отвечающих самым современным требованиям в этой области. Снижение металлоемкости этих приводов, повышение технических параметров этих приводов позволило значительно повысить качество обработки на станках, где применяются эти приводы, увеличить производительность этих станков. В преддверии 10-й пятилетки, пятилетки качества, коллективом намечена разработка целого ряда стандартов предприятий, входящих в единую систему управления качеством выпускаемой продукции. На период 1976-1980 года намечено к разработке около 40 стандартов, регламентирующих работу в системе управления качеством на всех этапах выпуска продукции, начиная от проектирования и кончая сдачей этой продукции и отправки ее потребителям.